С введением режима ЧП воспитанников Смирновского яслей-сада «Балапан» отправили на каникулы. В мае там приступили к капитальному ремонту здания. Работы идут в ускоренном темпе, чтобы быстрее распахнуть двери для малышей, ведь это единственный детский сад в райцентре. Агири Муканова расскажет подробнее. Сейчас, кроме строителей и воспитателей, здесь никого не встретить. С введением режима ЧП малышей отправили на каникулы. После здесь начался ремонт. Проектная мощность на 140 детей. Всего у нас получается 7 возрастных групп. Из них 3 группы с государственным языком воспитания и обучения. Из них 20 педагогов. Ремонтные работы у нас начались в мае месяце, в середине мая, с 11 числа. Смирновскому детскому саду 12 лет. На его ремонт в этом году по программе «Аул Ельбесеге» выделили 25,5 миллионов тенге. Старые пластиковые окна заменят на двухкамерные. С ними в здании станет теплее и комфортней. На втором этаже постелят новый линолеум. На первом заменили прошлым летом. Тогда там сделали капитальный ремонт. Потратили 9 миллионов. В этом году работы продолжились. Не забыли и о безопасности. В саду будет новая система пожарных выходов. Работы по замене покрытия пола выполнены на 100%. Сейчас меняем окна. Здесь задействовано 10 человек, 3 из центра занятости. Работы идут по графику. Объем работ выполнен почти наполовину. Возможно, уже в конце июня здесь снова раздастся детский смех. Агири Муканова, Казбек Аркбаев, новости МТРК.